Здравствуйте, хочу сказать большое спасибо доктору Давиду за проведенную с нами работу. Наша семья очень благодарна вам, так как изменения начали происходить сразу после сеанса. В этот же день Тимур стал себя лучше вести, у нас поведение улучшилось, количество истерик уменьшилось. И они стали короче, они как-то видоизменились. Затем улучшился аппетит. Тимур стал есть блюда, которые он раньше выплевывал. Вот, начал говорить, что я голодный, я хочу есть, пойдем на кухню. До сеанса Тимур мог просто ходить голодным и быть в плохом настроении, капризничать. Вот. В первый день спал без укачивания на ногах, в позе эмбриона. Раньше он спал широко раскинув ноги и руки. Вот. В последующие дни он все-таки спал с укачиванием на ногах, но уже количество время, которое уходило на засыпание, оно, конечно, сократилось. Затем нас очень радует, что у него улучшились отношения с дедушкой. Он с ним уже больше играет и даже оставался на 40 минут. Это было в первый раз. Он никогда так не оставался. В это время он играл. Вот, мы очень рады. Также он был у соседей. И впервые он обратился к ним по имени и попросил... Сказал, а можно мы еще немного у вас посидим? А вот, Тимур такое сказал в первый раз. Еще один из положительных моментов, то что на этой неделе бабушка уезжала по делам и оставила нас где-то на 4 часа. А вот, конечно, первый час он проплакал, но в дальнейшее время он проиграл вместе с сестричкой и со мной. И не плакал. Обычно за это время он успевал еще раза 2-3 начинать плакать в истерике. В этот раз такого не было. Конечно, нас это очень порадовало.